пилите это самое, все это дело. Мы к мосту пытаемся разобрать завалы. Топорик дайте, пожалуйста. Все дорубил. Ты с пилой иди дальше. Нам что-то надо подпилить. Куда все пошли-то? Игрокан так долго. Давай, готов. Ну все хорошо, но надо этот забор тоже убрать. Я не игроков. Ну, ты сейчас проедешь, ладно. Я только учусь.
Там надо будет вон ту еще дальнюю тоже спилить. Ну, чтобы тут... Хорошо. Доехали? Да, вон река там рядом, конечно, доехали. Го, просто видео. А вот тут у нас Нелинга уже. Я снимаю, не моя, это самое. Вот там вот. Красотуля наша. Речечка. Так я речку снимаю, чувак. Да не надо, у нас там этих дров у дома, блин. Андрюха, в полном одиночестве. Крокоте и зажигание. Что еще?
Потихоньку, да. Ну и смотри, как бы нам пришлось перебирать. Как обычно. Не, ну хорошо. Еще раньше надо ходить. Еще вот за ручье. Большое дело сделать. Господи, ну перенесем сейчас сюда и все. Кстати, да. Средний. Ну что, замечательно? Замечательно. Вот все, отсюда закатка стоит. Вот у нас сегодня на ужин. Жареная картошка. Мне достаточно того, что я от них ожидал. Это становится традиционным. Чесночком, с лучком, ну и со всеми остальными причиндалами. Утверждает, что не прожарено, а мы говорим, что все хорошо. Виталик, ты как? А причиндала там нет, там есть тушенка. Знаю, ты заходит. Не на меня смотри, ты в камеру смотри. Вот, заходит вот, хорошо. Вот, поморгал. А ты? А, у этого все заходит хорошо. У него и выходит хорошо. Нет, у него выходит, а у меня выходит. Тут как-то все странно, какой-то этот синтез какой-то непонятный происходит. Всем приятного аппетита. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны.